проголосовали нижнекамцы и как в городе отметили День парков и скверов. На канале НТР Новости, в студии Алсу Арсланова. Здравствуйте. Нижнекамцы сделали свой выбор. В этом году явка на выборах была высокой. В Нижнекамске составила почти 86%, в районе более 90%. Партия «Единая Россия» одержала победу, набрав почти 83%. На втором месте «Справедливая Россия» – чуть больше 5% голосов. На третьем КПРФ около 4,5%. Остальные партии набрали менее 1% голосов. Что касается итогов голосования по одномандатному избирательному округу на территории Нижнекамска, абсолютную победу одержал Айрат Хайрулин. Он набрал почти 84% голосов. На втором месте Альберт Ягудин, на третьем Дамир Вильданов. Выборы в Нижнекамске прошли спокойно, работало 114 участков. Правым голосом в Нижнекамске обладали почти 174 тысячи избирателей. По традиции, самым первым свой выбор сделали представители старшего поколения. Не осталось в стороне и молодежь, которая начала активно голосовать ближе к обеду. Впервые свой голос отдали порядка 2000 жителей. В районе параллельно с выборами в Госдуму проводились выборы в местные советы. Нельзя не отметить, что для Нижнекамска и его жителей день выборов стал праздничным днем. На участках была развернута торговля, организована концертная программа. Нижнекамск отметил День скверов и парков. Мероприятия прошли параллельно в двух местах. В парке Тукаев всех нижнекамцев ждали спортивные и развлекательные мероприятия. Так любой желающий мог проверить свои силы в блиц-турнире по шахматам. На площадке у тренажеров сдавали нормы ГТО. А неподалеку прошла интерактивная программа для детей. В парке «Семья» акцент был сделан на семейный отдых. Организованы мастер-классы, кинопоказ под открытым небом и полюбившийся многим нижнекамцам фотосушка. Футбольный «Нефтехимик» потерпел поражение в 13-м туре первенства ФНЛ во Владивостоке. Нижнекамцев принимал местный «Луч Энергия». На старте наша команда доминировала на поле. Ну а на 25-й минуте «Луч» стал активно атаковать. После ошибки нашего вратаря хозяева открыли счет. Оборона «Луча» забить «Нефтехимику» не позволила. Как итог, 0-1 победа «Луч Энергия». Плюс 9 в Нижнекамске. Пасмурно. Мы еще вернемся, чтобы рассказать вам о последних новостях. Наш телефон 400770, сайт ntr-24.ru. Не прощаюсь.